Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Вы на канале Литвин, короче, и сегодня будет, как всегда, необычный ролик. Наверное, по обложке вы примерно понимаете, что будет происходить. Сегодня будет происходить ролик. Ладно, пока я не сказал вообще мотив и смысл ролика, я вам покажу, сколько здесь будет участников. Поприветствуем, дорогие друзья, все друг друга. Это все мои друзья, которые сегодня будут принимать участие в данном ролике. Это будет жесткий ролик, не в плане даже то, что он будет какой-то масштабный или что-то, он будет жесткий в плане, короче, 99% людей отсюда уйдут такие, с травмами. Давайте сделаем отсылку на вот этот сериал, который сейчас там вообще весь мир покорил. Короче, я в моменте его там буквально там, ну, в 4 дня посмотрел, зашло. Игра называлась «Тише едешь, дальше будешь». Вот в сегодняшнем ролике, чтобы вы понимали, вот это «Тише едешь, дальше будешь» максимально правдивое. Объясняю, потому что давайте вот вспомним, как было вот в том сериале. Кукла стоит. «Тише едешь, дальше будешь» — раз, два, три. Смотрите, сегодня человек, который будет поворачиваться, мы куклу не взяли, такую не нашли, к сожалению, поэтому это кто-то будет из нас сегодня, всех здесь присутствующих, мы скинемся. Этот человек будет как раз-таки куратором этого состязания, так сказать, который будет поворачивать голову и указывать тех людей, которые покидают сегодняшнее событие. Не будет такого, что тише едешь, дальше будешь, раз, два, три. Будет как? И все. А там уже кто попался. И по этому случаю, прямо за тобой, Санек, сейчас стоит команда профессионалов. Короче, это профессиональная команда пинболистов, которая не знает, что такое промах. Соответственно, у каждого будет свой номер, кто какой захочет, выберет. Команда пинболистов слышит эти числа и начинает... Условно говоря, прошли, да? В этом состязании не будет времени. Начали 14, там, да, перешли черту 7. Соответственно, они вышли в следующий раунд. Мы сегодня должны выявить одного победителя. Они вышли в следующий раунд, и они пойдут еще раз в следующем раунде оттуда. Соответственно, дальше у нас, да, идем до первого места. То есть до того момента, пока один не придет. Кто занимает первое место, пацаны, получает сегодня 10 миллионов рублей. Я думал насчет того, чтобы сделать какой-то крупный гонорар, но я решил остановиться на такой, на классической сотке. 100 тысяч рублей будет. Ну не, блядь, хуйня. Ну давай, да я это хуй вырежу, блядь. Проси, не проси. Хуйня, не хуйня, мы тут не за гонораром, мы тут, чтобы сделать контент, братан. И ты это в первую очередь должен понимать. Сотка тому, кто доберется сегодня первый. Но, блядь, ваша мотивация, думаю, здесь будет не сотка, ваша мотивация нахуй попасть, блядь, под серию патронов, реально. Сколько там, наверное, ну 30 сразу нахуй будет вылетать в одного. Камеру нахуй. Очень важный момент сейчас, вот такое важное условие, смотрите. Во-первых, да, если никто первым в итоге не приходит, побеждает смотрящий, смотрящий забирает сотку, соответственно. Человек, который считает, что его расхуй, и по факту, у него есть право на апелляцию. Он говорит: пацаны, я уверен, что меня не могли увидеть, потому что я остановился до того, когда он повернулся. После чего вот у нас висит камерка, она будет видеть, то есть, его оборот. Там мы будем определять, то есть, реально ли, попал ли человек в поле зрения смотрящего, который шел. И если он ошибся, смотрящего расхуярят. Михалыч, я предлагаю для кадра показать, просто сейчас в него выстрелить издалека и показать, какой синяк будет. Готов? Ебо! Пацаны, вы охуеете, короче, больно будет. Ебал я рот попадаться, нах, оно надо. Чё, пацаны, скидывайте, кто смотрящий, им рот всю эту тему нах. Раз, два, три. Раз, два, три. Как пока такие чистые впечатления, аккуратно? Блин, на самом деле впечатление, бля, так очково просто. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, четверка, да, сейчас? Да. Блин, 25% это уже процент. Дурак, ну 50% мои тут. Пацаны, все, что я сейчас хочу, похуй, я попаду даже, да, в игру, типа, не буду смотрящим. Я не хочу, чтобы сегодня был смотрящим Суба, нахуй. Цуе, ножницы, цуе, фа. Цуе, ножницы, цуе, фа. Блядь, сука, как?
Жестко! Цуе, ножницы? Цуе. Что ты? Бля, может, вы сами выберете? Давай они сами выберут. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы Миша был или я. А мы соберемся тут через неделю и сыграем. Давай, ладно, поехали. Цуе, ножницы, цуе, фа. Бля! Что, Суба, нифига себе ферзь, а? Подъехал, ебать, слышь, на майбахе, на автобусе. Я ху... как на бал. Самая фишка, что, короче, когда меня лишили прав, я себе искал тачку для передвижения, и это вообще моя мечта, number one была, короче, но я не нашел. А не нашел, потому что под моей рукой бы в моем смартфоне не было такого приложения, как Дром, где просто миллионы достойных вариантов. Поэтому, если хотите себе найти такую же тачку, ссылочка на Дром в описании. Давайте начнем с того, что это, наверное, первая ситуация, когда этому человеку фартануло вообще по жизни. Это первый выпуск. Блядь. Ладно, что, давай майки накидываем, блядь, снаряжаемся и все, погнали. Это, не, это если что, не 11-й. Это два раза первый. Че, все? Все готовы? Можем на старт идти. Знаю тот момент, когда, помнишь, я бежал под расстрелом. Сука, Суба хорошо устроился. Пухане, блядь, тепло человеку, сука. Можете просто написать в комментариях, что Суба, я хотел, чтобы, блядь, ты попался под это пинбольное ружье, чтобы, блядь, тебя размазали этими красками твое лицо. Напишите, я это знаю. Короче, все говорят, что нужно выбрать какую-то тактику. Я на самом деле не знаю. Либо лучше сразу, чтобы тебя расхреначили, либо идти дальше. Блядь, это стрёмная хуйня. Брей! Короче, я уже что-то начал не так делать. Надел шлем не так. Это плохой знак, да? Явно нехороший. Пацаны, как думаете, сколько сейчас дойдет? Сейчас в первом отрезке, я думаю, 10 минимум. Раз. Два. Три, играй, начинай. Это больно. Это больно, это неприятно, это ощутимо, это досадно, и можно поплакать за этого человека. Братик, ну я знаю, что могу сказать? То, что ему бы не было бы так больно, если бы его поддерживали такие же ребята, которые поддерживают с недавних пор нас. Наш клуб, мой канал, обеспечивают хорошими финансами. Я могу смело вам порекомендовать лучших ребят на рынке, которые сотрудничают с топовыми клубами мира, с такими как ПСЖ, с такими как Реал Мадрид, с такими как Милан, с такими как ФК Сахалинец, брат. Они нас поддерживают, мы им за это благодарны, они благодарны нам, и я оставляю ссылку именно на них, на фонд-бет, и при регистрации по моей ссылке ты получаешь 1000 фрибетов на свой депозит. Пользуйся, родной! Бля, мне так жалко, Вась, ебать, я как злодей, нахуй. Сука. Бля, как же страшно, это пиздец. Это очень больно. Игра началась! Тринадцать. Блядь, я не могу это делать. Апелляция! Брат, если честно, и в первом раунде вместе с Саней одновременно остановилось несколько человек.
нет, остановилось дохуя кто? Но я в одного же только надо или нет? Нет, ты можешь сколько угодно, брат! А, блядь, все! Бля, ебать, я позицию хорошую взял. Он разворачивается всегда через левое плечо, то есть я последний в его поле зрения попадаю. Игра началась! Мне больно на это смотреть, я не могу. Это пизда вообще. Нехуёво говорить. Я больше не хочу ходить вообще. Злодеем, блядь. Игра началась. Игра началась. 11. Тормозить, нет! Но он здесь был, блядь, когда я его увидел. Я, блядь, правила игры же, блядь, говорил, пересек, все. Я чисто двигаюсь, пока особо не видит. Короче, пока не спорят, мы с Даней и с Тамиром уже дошли почти до финиша. Ну он, блядь, поворачивается, долго смотрит. А нам же все это время нельзя шутить. Зона, после которой ты можешь, по сути, вбегать, но ты прошел. Мы должны тоже от реалии отходить немножко, блядь. Типа, в полоборота он тебя видит уже. Линию пересек, пизды не получил, прошел. Все, пацаны, готовы? Давай. Игра началась. Игра началась. Он ему ёбнуть хочет. В итоге они посмотрели повтор, на повторе было видно, что Аванес под номером 13, он реально двигался. Ребята, у нас прошел первый раунд, после которого выбыло 3 человека. Это Саня, второй Саня и Аванес. Осталось 10 человек. Мандраж во время того, когда все это происходит, но это пизда. Не передать даже эту тему. Короче, ты максимально не хочешь, чтобы Суба заметил твои движения. Пацаны, второй раунд. Собрались! Игра началась. Все в России. Тактика просто медленно идти, один шаг, еще один шаг, завтра придем. Игра началась! Игра началась! Игра началась! Да, сука! Игра началась! Леша, ты как? Нормально, в порядке, бля. Я хуй знает, там апелляция, не апелляция, но, блядь, больно пиздец просто. Игра началась. Игра началась. Игра началась. Блядь. 13. Это брейн! Блядь!
Ебануться. Давай, у нас Данька остался, пацаны, не отвлекаемся, блядь. Игра началась. Игра началась. Браво. Да, следующей игры, пацаны, такой не будет, потому что сейчас мы будем устанавливать таймер, 100%. Мы к этому пришли. Ты как, брат? Нормально, я хочу продолжить, если апелляция сработает. Пацаны, Леха хочет продолжить, если апелляция его сработает. Я на секундочку еще хочу сказать, тот, кто выиграл апелляцию, соответственно, тот и стреляет в серию патронов. Ладно, давай посмотрим апелляцию. Проиграл, да? Все, у тебя еще 15 патронов получается. Что, брат, объективно? Объективно, да. Пацаны, забыл сказать. И если заканчивается время, и кто остается за линией, вы понимаете, что происходит. Расхуяривают всех. Игра началась. Последний в его поле зрения попадаю. Цифра 10. Сегодня поход без тренировки. Да ну нахуй, я выжил? Сегодня у меня козырь, за счет которого я смогу подразъебать Мишу. Я прям буду именно, знаешь, поворачиваться и на него смотреть. Подло. Хотя ладно, не буду. Игра началась! Штука! Ебать меня фартануло! Игра началась! Бля, сейчас походу та тактика, которая у меня до этого работала, сейчас не сработает. Ой, блядь, Даня. А, блядь, да ну нахуй. Че? А. Че? А. Охуеть. Так, ну ты хотел к Мише, да, приехать на подъем? Как впечатление, братик? Хуёвые, блядь. Главное, чтобы у вас в жизни все было хорошо, и вы не ссорились. Игра началась. Ты видел, что я двигался? Брат, ну у тебя чуть-чуть тело, да, подвигал, чуть-чуть, блядь. Знаешь, как решить можно этот вопрос? Да я вам два ствола, помнишь, как ты с водным пистолетом, да, вот там, вытворял? Хорош! Нормально! В общем, первый стреляет, один уворачивается в игре, второй стреляет, и кому первому попадает в голову, тот вылетает из игры. Давай сделаем, базару нет. Я согласен полностью, потому что я реально двигался. Я про дуэль думаю, нахуя этого вообще Поликарпу надо? Он и так уже получил пизды, блядь. Зачем он дальше продолжает? Слушай, ну может ему приятно. Сука! Пиздец, блядь! Рядышком, бля, хорош. Браво, брат.
Пацаны, вот этот момент называется расстрел. Он проиграл дуэль, и поэтому смотрите. Раз! Два! Пацаны, у меня в ушах зазвенело. Че болит? Ты долбоёб, что же всё нахуй, братан? Че не болит? Сука, как это больно, пацаны, я ебал. Бля, я почему прилетаю? Я думал, бля, посмотрю, в маску летит, а как будто, бля, сквозь прохуяривает меня, бля. Понял, да столько больно, бля, что ужас. И в ушах заспинело. Мне похуй, это меня глухануло гранатой какой-то. Сколько осталось людей? 6. Мы уменьшаем еще время с 4 минут до 3. Пойдемте интервью у пострадавших возьмем. Больно? Не, я вообще... Куда попало самое больное? Бля, в ухо, да, еще попало? И вот сюда вот, туда. А, тебя убили сейчас еще раз? Да, ты же сказал, я тебя перепутал нахуй. Мы вдвоем, блядь, сразу. Да, я же не знаю, перепутал, не меня. Да в масках, блядь, я не знаю, кто есть кто, блядь. Если вы думаете, что я специально хочу кого-то закосить, блядь. Да не, я шучу, звезды, блядь. Бля, сейчас еще 3 человека осталось? Если было 6, сейчас 3 разъебали. Да, Илюха, Жека, Илюха остался. Где, кто еще? Самые слышки дрожов и остались. Димарик и Жека. Минимально хочу, чтобы выиграл этот человек, потому что КС мразь меня обыграл. И максимально хочу, чтобы выиграл Димарик. Димарик, я за тебя в этой игре. Спасибо, брат. Я ебать как хочу выиграть, нахуй. Понял, ебать. Хули, бабки после отдыха немного хоть подотбить, не? Ясен хуй. У нас игра Субхана. Игра, да, игра Субхана, реально. Игра в Субхана, нахуй. Пацаны, мы сокращаем время 100%. До 2.5 минут. Было сейчас 3, мы до 2.30 сокращаем его сейчас. Слушай, ну мне кажется то, что здесь победит самый хитрый, да? Илюша. А самый хитрый либо Илья, либо Дунник. Да. Тут по-другому не может быть. Илюха, хуй тебе в ухо. Димарик, не первый раз уже в пейнтболе. Ну и Женя тут не первый раз на поле. Жаль, что в этот раз без вертолета так бы быстрее добрался до финишной черты. Раз! Два! Поехали! Дима, думаю, Дима. Игра началась. Вставай, бля.
Смотрите, в чем вопрос тут сейчас. Успел ли он сказать 5? Он не успел перебежать линию. Илюх, твое мнение, я правильно? Ты успел или не успел? Бля, я сейчас не знаю, но это не так больно, как я думал. А, нихуя тип, ебать! Очень странный. Защитки, ебать, бегает нахуй! Короче, тут этот, Илюха пока бежал, он чисто. Смотрите, паспорту прохреначили. Апелляция будет? Да, будет. Мне показалось, что, короче, реально не успел. Реально показалось так. Проху, давайте посмотрим, который на линии подправили. Давайте так, пацаны, давайте так, давайте так. В силу того, что Суба реально без пизды нормально играл, типа, ну, блядь, он не пытался кого-то сплавить, жестко, мое мнение. Оставим это как есть, но на повторе, в любом случае, первые звуковые волны Субы, да, по движению мы прям покажем, да, соответственно. И прям вот вы на графике, ебать, видите, соответственно, кто реально прав здесь. Мы не знаем правильный ответ, вы знаете. Вы как вип-гости, его, прикиньте. Он тогда, поняли, натренировался, когда мы шмаляли. Он запомнил все эти выстрелы, тайминг, поняли, он все высчитал, понял, как ядерщик-физик, нахуй, сегодня всех обыграл. Да, я, так как человек уже понял, в этой ситуации уже, так сказать... Бывал. Бывал, бывал, да. Вот, это пиздец, как неприятно, мужики, прям, бля, очень-очень больно, реально. Брат, поздравляем тебя с соткой. Арпине! Хорош, Диман! В игре игра в Субхана, победителю становится Дмитрий Дудь. Я ебать как хочу выиграть, да. Ситуации. Ну, вообще, в принципе, как вам выпуск? А если кто смотрел уже этот сериал, соответственно, можете сказать, какое задание можно еще оттуда взять, чтобы его реализовать в реальной жизни, соответственно. Вот. Всех обняли. До новых встреч.